по новой. Центр, прошу поддержки резерва. Что вы здесь делаете? Вам же сказали, уходите с города! Комбайны делают все, чтобы нас задержать. Мы пытаемся собрать людей и пробиться к станции. Выжившие прячутся в бункере неподалеку отсюда. Ты можешь нас туда отвезти? Еще бы. Идемте сюда. Эй, это я. Открой дверь. Скажи пароль. Я даже не скажу тебе заткнуться. Проходи. Эти поля препятствовали формированию определенных протеиновых цепочек. Вы дочь Клейнера, да? Развитие эмбриона. Мой отец Одесса Кэрч. Теперь с исчезновением полей для всех желающих настало время плодиться и размножаться. Иными словами, и проще говоря, пора задуматься над тем, что вы можете сделать для восстановления нашего вида. Я слышалась, он сказал,
Плодитесь и... Откладывайте дело в долгий ящик, поскольку неизвестно, сколько времени нам удалось выиграть перед тем, как Альянс пытается вернуть себе господство. А это неизбежно случится. Ах, какого черта? Найдем другой путь. Да, жди! Но даже несмотря на это, впервые за последние 10 лет у нас появилась надежда. Мы втайне разработали несколько высокотехнологичных устройств и намереваемся применить их при малейшей попытке возвращения Альянса. Мы продолжаем расти и воспитывать новое поколение ученых и техников. Ведь Альянс испытывает страх не перед пулями и гранатами. Гордон! Алекс! Не верю глазам! Как вы сумели выбраться из цитадели? Мы точно не знаем. Но в этом каким-то образом замешаны вортигонты. А ты как уцелел, Барни? Все ничего. Только с ума сходил. Нас обнаружили! Вот черт, Гордон! За тобой снова хвост! Мы выкрали из цитадели кое-какие записи. Я в них еще не разобралась. Но должно быть, они очень важные. Весь Альянс спустился за нами в погоню. Нас вынуждают торопиться. Надо уходить. Вы знаете, что из города можно выехать только на путь? Мы хотим взять станцию штурмом. И пускай каждый полицейский, вбивший в свою тупую башку, что должен защищать Сити-17, пеняет на себя. Мы с Гордоном можем пойти другой дорогой и запутать комбайнов. Люди успеют сесть в поезда, а мы догоним чуть позже. Ладно, как скажете. Смотрите сюда. На станцию можно пройти по крышам. Идите туда. Я спущусь на улицу и соберу всех, кто хотел ехать. Встретимся на станции. Заметано. Идем. Гордон, пока ты еще здесь, мне надоело всюду ее за собой таскать. Это последнее. Так что не теряй ее, ладно? Иди, Гордон. Она ждет тебя. Повезло же парню. Увидимся на станции. Охотник. Ау! Меня от них в дрожь бросает. Тревога, тревога, тревога. Яблочко! Бежит цель. Метров два. Thank you.
Уровень требует подкрепления.